Добрый день. Купили дом одноэтажный с мансардой. Дом из шлакоблока в блок построен. Мы все равно решили утеплиться. На интернете увидели новый теплоизоляционный материал типа фол. Связались с представителем завода в Уфе. Ребята молодцы, все рассказали. Все плюсы, все минусы, как с ним работать. Мы закупили вот на 140 квадратов, чтобы утеплить снаружи. Под фасад утеплитель положить. И чтоб мансарду утеплить, крышу, 450 квадратов, ну, на скидку. Вот эта партия у нас идет на утепление фасада. Мы взяли толщиной 50 миллиметров. Два сторон фольга. Как нам сказал представитель завода, заменяет 150 миллиметров ваты. Мансарда. В ближайшем будущем хотим сделать жилым помещением.